Из-за ремонтно-профилактических работ в квартирах жителей Самары возможно кратковременное отключение воды. 28 мая с 9 до 17 часов холодной воды не будет в домах 55 и 59 на улице Гагарина. Адрес установки бойлера – улица Гагарина, 55. В то же время проведут отключение воды на улице Энтузиастов. 30 мая планируется заменить задвижку и пожарный гидрант по улице Современной. С 9.00 до 20.00 холодная вода будет отключена по адресам улица Литвинова, Современная, Магистральная. 31 мая запланирована замена пожарного гидранта по улице Рыбачьей. С 10.00 до 13.00 холодная вода будет отсутствовать в частном секторе. Адрес установки бойлера – улица Рыбачья, 46. Информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В связи с ремонтом и модернизацией теплотрасс в Самаре временно ограничат движение транспорта по нескольким участкам улично-дорожной сети. До 30 июня нельзя будет проехать по улице Мяги, до 31 августа по улице Блюхера от Ивана Булкина до Карбышева, до 31 августа ограничено движение по Гастелло до Старозагора. Также до конца лета нельзя проехать на нескольких участках по улице Нагорной. Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в телеграм-канале Департамента транспорта Самары. Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, впервые могут оформить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Новая мера поддержки, разработанная администрацией Самары, позволит привлечь молодых педагогов в образовательные организации областного центра. Выплата носит заявительный характер и предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 тысяч рублей. Для оформления выплаты зарегистрированным в Самаре учителям можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Консультация по телефону 340-08-47. Информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары.